Нягледзячы на ўмовы надвор'я, гэтыя спартсмены кожны дзень трэніруюцца на свежым паветры і мараць выйсці ў першую лігу. У Рудзінску адраджаюць футбольную каманду. Зараз яна актыўна рыхтуецца да сезона, ён пачнецца напрыканцы красавіка або ў пачатку мая. Антаніна Станкевіч далучылася да клуба балельшчыкаў каманды. Спочатку комплекс на растяжку, потом на тяговитость. Одним словом, зараз футболисты новой команды Рудзинска загартовываются физично. И наприканці практикование с мячом. По такой схеме тренируются зараз спортсмены. До початку первых гульнев застается не шмат часу, але настрой команды боевы. Не глядячи на нетиповое надворье, тренировки отбываются 4 раза на тыдень по нескольких годин. Уже с наступного тыдня сустракаться будут каждый день, как перед початком сезона, а это приклад на конец красовика, початок мая, будут подрыхтованными до годной борьбы. Еще году 5 тому футбольный клуб «Рудзинск» легко расправился с соперниками у другой лизи и гуляючи затримался у первой. Але по объективных причинах он припинил свою деятельность. Зараз группа энтузиастов обновляет команду. Складом аль той же все спортсмены имеют певный опыт и, главное, великое желание належным чином оборонять гонор своего города. Здесь дружный Рудзинск, Свислич, 3 небольшие города, ребята все местные отсюда. У них есть огромное желание сегодня начать с чистого листа, с нуля, то есть, там, даже без помощи больших, там, без каких-то вложений, там, выйти, зарекомендовать себя, заявиться, выйти в первую лигу в конце сезона. Главный тренер команды демонструя кубки, дипломы и медали команды. Чемпионский титул у другой лизе, потом у первой. Але место на полицах для новых узнагород еще есть, так что все отрывается, уполненные тут. Сегодня буду трудиться на благо ребят, они меня попросили. Пацаны прекрасные, не уверен, что вырастут идеальные футболисты, но здоровые и крепкие ребята будут точно. Команду сформировать мне не тяжело. Футбольный мир знаю хорошо. Ребята звонят, старые игроки. Сформируемся, выглядеть будем достойно. Зараз у клубе занимаются распрацовкой новой формы, пошуком спонсора, обновляют работу с болельщиками. Працы еще шмат, але до початку сезона все организационные пытания вырешать. Головная справа за спортсменами. Хочется закрепиться, вот, будем стараться достичь каких-то достижений. Вот. Конечно, есть стремление выход в первую футбольную лигу, но в данный момент нам хотя бы зацепиться, а дальше посмотрим. Когда мы вместе, мы сила! Антонина Станкевич, Анатолий Долотовский, агентство «Теленовин».